Всем привет, мои хорошие, с вами Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как я соскучилась по этим бургерам, вы просто не представляете. Так получилось, что брошюрку, откуда я всегда заказываю, я нечаянно потеряла, и потом я заказывала уже в другом месте. Но в другом месте они не настолько вкусные, они без вот этой вот штуки. Поэтому приступим с чистой совестью, с открытой душой. Съедим бургер сочный. Вот такая вот огромная здесь котлетка, помидорка, огурчик, грибы здесь также есть. И вот такой вот соус. Соус вообще бомба, ребят. А что за красные штуки здесь? Это перец. О, болгарский перец еще. Вот это да, вот это да. Доставляют очень быстро, вкусно. Здесь у нас с вами напиток. За ваше здоровье, господа. Просто нечто. Очень вкусно. Сегодня я не снимаю для вас влог. Просто потому что сегодняшний весь день будет посвящен подготовке маминого приезда. Надо убраться по всей квартире, помыть холодильник, постирать вещи. Вещи я уже закинула, слава богу, есть стиральная машина. Мама есть такая привычка, она приходит, например, домой, говорит, ужас, как у вас грязно, хотя когда мама была, у нас также грязно было и было нормуль, поэтому нужно везде прибраться. В детстве у нас с братом всегда так было, родители, например, куда-то уходят, и все, нам говорили, убирайтесь дома, вот вам и занятия. Очень веселая и интересная. Бомба. Давайте поотвечаю на вопросы. Айка, расскажи, пожалуйста, про свою любимую учительницу и про нелюбимую. Было ли в школе, что к тебе относились как-то плохо? Забыла салфетки. В общем, по большому счету, не было такого, что прям ко мне плохо относились. Просто мне всегда не нравились учителя, у которых есть какие-то свои любимчики. Я однажды поругалась с учительницей за то, что она занизила мне оценку. И вот как раз-таки у этой учительницы были свои, как бы, фавориты, так скажем. И как бы не было мотивации учиться именно из-за того, что вот есть идеальный парень, который хорошо учится, вот ему всегда 5. Тебе твердая 4. Ну что, прям конкретно обижали меня, унижали учителя. Такого не было. Я пошла в первый класс, и там была учительница, которая вообще не обращала внимания на меня. Я никак не могла коммуницировать с одноклассниками, и она делала вид, что она просто это не видит. Как-то меня кто-то обижает, она не делала замечания. И потом меня родители перевели в другой класс, и вот там мне было намного комфортнее, там была другая учительница. У меня тетя, папина сестра, она, получается, уже лет 40 где-то работала учительницей.
И мой двоюродный брат всегда рассказывает. Говорит, куда мы не идем, везде ее узнают, ее ученики. Она учительница младших классов, и получается, она своих-то учеников не запоминает. Во-первых, их много, во-вторых, с годами они меняются. Она у нас как Мария Уэй, никогда не меняется. Моя тетя. Куда не идем? О, вы были моей первой учительницей. Мне кажется, все-таки учитель – это призвание. У нас была учительница по английскому языку, и она встречалась со старшеклассником, причем она нам это рассказывала. Это было максимально тупо. Была другая учительница, которую постоянно все обижали, унижали. Мы на 23 февраля нашим мальчикам подарили дезики. Они пошли к этой учительнице, встали в круг. Она была посередине. И начали распылять этими дезиками. Как быстро мы управились. Вот если сравнивать бургеры Макдональдс и вот эти вот бургеры, вот эти намного вкуснее. Единственное, Макчикен. Вот Макчикен, да, бомба. А все остальные эти биг-тейсти, не знаю, мне они как-то не заходят. Мне почему-то эта котлетка кажется какой-то искусственной, как будто резиновая. А здесь прям чувствуется мясо, и это бомба. Мягенькая. Обалдеть. Я всегда беру куриную котлету. Когда шаурму беру, тоже стараюсь по возможности, если есть куриное мясо, с курицей. Кстати, насчет этого. Один раз заходим в ресторан Шелли, я заказываю шаурму. Я говорю, мне, пожалуйста, шаурму с курицей в лаваше. И в тот момент как раз-таки я снимала влог. И вот попалась, где я говорю, что мне, пожалуйста, курицу и в лаваше. Потом приходит через 15 минут официант, приносит мне в хлебе и как будто специально приносит говядину. Я говорю, я говорила в лаваше и курицу. Он начинает со мной спорить и говорит... Нет, вы сказали так. Мы, конечно, можем поменять, как бы, уважение к клиенту и так далее, но вы ошиблись. Я такая, подожди, минуточку. Беру свой телефон, открываю это видео и показываю, как я говорю. Потом он такой, наверное, я что-то перепутал. Вот реально, в нашем мире хоть регистратор вешай себе на лоб и ходи, чтобы всем доказать. Когда у меня будет тачка, я стопудово буду с регистратором гулять. И повешу вот такую огромную ученик. Пусть объезжают меня.
Сегодня такая странная погода. То солнышко, то резко дождик. И прям, знаете, не продолжительный дождик, а где-то минуты 3-4 прям как из ведра льет. Потом резко заканчивается дождик. Опять выглядывает солнышко. Очень странная погода. Как будто погода сначала думает, а давай-ка дождик забабахаем. И облака такие, давай. Потом резко, да не, неохота что-то. Я очень люблю, когда летом дождик. Прям такой запах чувствуется сырой земли. Это такой кайф, я обожаю дождик летом. Кто никогда не был в Азербайджане, у нас вообще снег бывает раз в 3 года. Там чуть-чуть выпадет и все растает сразу. Вот я настолько привыкла к такому климату. Я как-то 3-4 года назад ехала. Нет, наверное, не 4, 3 года назад. Ездила в Саратов, в Россию. И, блин, я так отдубела. Так холодно было. Я заболела, приехала. То есть к хорошему очень быстро привыкаешь. Я бы, наверное, уже не смогла жить в таком суровом климате. Ты прям идешь на улице минус 15, и прям лицо... Сейчас такое ощущение, что сейчас замерзнет лицо. Это нечто. Здесь максимум минус 1. Ну, минус 2. Когда минусовая температура вообще... Школы не работают, не знаю. Общественный транспорт тоже. Опасно. Снег выпадет, все, у всех паника. А я вспоминаю времена в России. Минус 25. Минус 24, все идут в школу. И в то время казалось, что это реально норм. А сейчас, когда едешь туда, и ты чувствуешь, что этот контраст, это вообще нечто. Очень холодно. Причем в России, что плохо, и летом жарко. Прям охренительно жарко. И зимой холодно. То есть многие люди здесь думают, что в России, например, летом прохладно. Офигенная погода. Не могу отвечать за все города России. Но люди там, закаленные. Как же это было вкусно. Нечто. Реально нечто было. Спасибо огромное, что досмотрели это видео. Покушали вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет внизу. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Всем пока.